Нет смысла в поиске места, где вам будет хорошо. Есть смысл научиться создавать это хорошо в любом месте. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 22 апреля. Поехали! Международный день Матери Земли. День королевы Изабеллы в Испании. И день открытия Бразилии. Есть еще необычные праздники. День весенних бруденшафтов. И День всех вождей. А также в этот день ежегодный марафон в Лондоне. А в народном календаре Вадим Ключник. Именины в этот день отмечают Вадим и Гавриил. В этот день в истории есть знаменательные события. В 1370 году началось строительство крепости Бастилия. В 1864 году в США началась чеканка бронзовых монет достоинством в 1 и 2 цента. В 1832 году император Николай I издал манифест об учреждении сословия почетных граждан. В 1906 году открылись внеочередные Олимпийские игры в Афинах. В 1929 году вышел первый номер литературной газеты. В 1931 году Совнарком СССР принял постановление о советском гражданстве. В 1969 году в Хьюстоне прошла операция по пересадке глаза человеку. В 1994 году индус Раджкумар Чакраборти установил мировой рекорд, просидев без движения и поддержки 11 часов и 5 минут. И в 2002 году на Тайване клонирована свинья с человеческой ДНК. И родились в этот день. В 1707 году Генри Филдинг, английский писатель и драматург. В 1724 году Иммануил Кант, немецкий философ. В 1766 году Анна де Сталь, французская писательница. В 1870 году Владимир Ленин, советский политик и революционер, основатель большевистской партии и СССР. В 1884 году Отто Ранг, австрийский психолог и психотерапевт. В 1899 году Владимир Набоков, русский и американский писатель, переводчик, литературовед. В 1905 году Жан Виго, французский кинорежиссер. В 1908 году Иван Ефремов, советский ученый и писатель-фантаст. В 1916 году Ия Гуди Минухин, американский скрипач и дирижер. И в 1923 году Бетти Пейдж, американская фотомодель и актриса. Пусть те, кого люблю, будут самыми счастливыми. Любите друг друга, будьте счастливы. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки. Всем пока!